Доброго времени, дорогие друзья, с вами Алексей. И вот мы и добрались до кафы. Да. Атакуем кафу. Это название третьей миссии казаков за Украину. Давайте начнем ее. Вот и добрались до кафы. Накануне был совет, где решили взять кафу хитростью. Часть казаков, те, что умеют говорить по-татарски, переоденутся турками, подойдут к воротам, попросятся внутрь, а когда их впустят, перебьют охрану и впустят остальных. Все готово для осуществления дерзкого плана. Так, давайте, вот они, наша часть казаков, которые хитрые, которые готовы осуществить этот дерзкий план. Ну, тут, по сути дела, смотрите, один такой отрядик стоит. Надо проникнуть в город. Ну, зато вот здесь вот у меня сердюков такие подразделения стоят хорошие. А, переодетая. Интересно, показатели у них какие? Турецкие или украинские? Так, вот хлопцы подошли к воротам. О чем-то говорят, ворота открываются. Ну а теперь пора скорее туда, пока басурмане их не перебили и не успели закрыть ворота. Раз. Раз. Давай-ка, 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 давай-ка. Эх! Вы перебили турецкую стражу и захватили башни. Хорошо. Давайте вот это вот все будем сейчас по мелочи уничтожать. Так, моих казаков сейчас перебьют, конечно. Сердюки на подходе. Давайте, 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 давайте. Ложим их, ложим, ложим, ложим. Не так-то тут уж и много их. Давайте одно сюда подразделение. Второе сюда подразделение. Вот так. Что подлые свиноделы, крадущиеся как воры? Убирайтесь к шайтану, трусливые шакалы, что выпали из-под хвоста самой грязной собаки. Вот так вот тут на нас говорят такие вот гадости. Казаки храбро защищали захваченные башни, но турки всех их перебили. Не понял я, как меня всех перебили, если у меня все живые. А, башни. Башни, башни, башни. Что-то, блин, их много здесь, как так? Прям посмотрите, прям вот много. Ну, благо это турки, они боятся выстрелов, поэтому в этом плане немножечко как-то полегче. Хорошо, что еще угля с железом достаточно много, и пока мы идем хорошо. Захватывая так все потихонечку, потихонечку. Да, казаков все-таки не надо было вперед пускать, чтобы они убивались. Это я сделал зря, сечевиков. Так.
Ложим, да, вот с этого края мы еще не проложили всех. Да уж, многовато их тут. Многовато. Сейчас я вот здесь вот добью уже, чтобы все окончательно разрешить. Это помещение, здание я не могу захватить. Ну и ладно. Так, вот еще тут какая-то небольшая кучка. Здесь уже, вон, смотрите, пошли мамлюки, поэтому пока погодим туда атаковать. А вот этих вот ребят надо нам... Вот еще, смотрите, янычар, у него 14 атака, а у моего, ну, тоже 14 за счет того, что они состоят в группе, в отряде. Ну, пока что миссия основывается на том, чтобы зайти и всех расстрелять. Город большой достаточно. Пока на вот этих вот не пойдем вот так вот прям в атаку. Надо вот здесь немножко зачистить. Так, что-то... Неубиваемые прям. Да, вот, все. Вперед. Рынок. Рынок не захватить не могу почему-то. Чтобы не менял ресурсы. Я понял, скорее всего, по этой причине. Так, вот здесь вот большие ребята, и они строятся. Давайте-ка я вот сюда подведу свои войска. Так, давайте расстреливаем их. Ага. Ну. Стоп. Стоп. И вот так. Давайте сюда. Давайте уже уничтожим вот эти вот остатки. Давайте уже уничтожим вот эти вот остаточки. Прикольно. Так, ну здесь я вот... Ага, здесь стрелки у меня остались. Больше там никто сзади не строится, это хорошо. Это хорошо. Вот. Так. Вот с казармы выходят постоянно, это плохо. Это очень плохо. Так, ну вот пришли мы тут порт какой-то. Какой-то порт. Ага, поганцы побежали прятаться в цитадели. А вон она возвышается на юге. Теперь их надо сторожить, чтобы чего не выкинули. А сами можем посмотреть, что тут в татарских лавках есть интересного. Но главное, где басурмане держат невольников. Так, обыскать город. С пани Атамани мы нашли турецкий арсенал с пушками. Теперь мы можем захватить цитадель. Пренепременно. Пушки могу строить. Цитадель вот где. А, вон мне туда вот надо подойти. Давайте, ребятки, мы сюда подойдем. И вот сюда подойдем.
А, тут можно вот везде сейчас нам подходить. И я так понимаю, все это станет нашим. Это просто замечательно. А давайте тем временем мы пока построим пушки. Давайте-ка. Так, довольно бедным невольником в неволе плакать, кандалами греметь и руки заламывать. Кончилась сия турецкая каторга. Кандалы нам ноги повырывали, белое тело казацкое молодецкое аж до самой кости сёрли, но мы отплатим туркам янычарам. Хорошо. Давайте мы уничтожим вот этих вот гадов, которые тут за стеной стреляют, палят по нам. Стрелков главное уничтожить. Положили. Ну ладно, это здорово. Это здорово. Но а крестьян что, я не могу ими управлять, да? Ну, странно. Давайте тогда пройдем дальше. Пушки пока выкатываются. Давайте мы. Раз. А пушкой можно уже пускай стреляет по воротам, правильно? В турецких лавках вы нашли множество ценных товаров: сабли, ятаганы, пистолеты и мушкеты. Все они сделаны из прекрасной стали и покрыты изящными узорами. Их рукояти украшены золотом и драгоценными камнями, а приклады мушкетов искусной резьбой и вставками из слоновой кости. Лепска. Действительно, Лепска. Давайте вот сюда. Могу рынком пользоваться уже, это просто чудесно. Сейчас мы расстреляем вот этих вот ребят, которые вышли из казармы. Слава богу, уж мы его просили, освободи, Господи, всех бедных невольников из тяжелой турецкой неволи. На тихие воды, на ясные зоры, в край веселый, блин, в край веселый промежду народ крещеный. Промежду народ крещеный. А в города христианские, к отцу, к матери, к семье родимой. Ой, и кланяемся Господу Богу и атаману, отцу нашему кышевому и всему рыцарству, кровному и сердечному на многие лета и на веки вечные. Так, имс. Братишки наши родненькие, голубчики сизенькие, возьмите нас несчастных на корабли и в землю христианскую к отцу и к матери отвезите. Прикольно, сейчас нам придется бегать вот тут этих вот ребят везде освобождать. Давайте сюда. Пушки, еще три пушки у меня уже. Три пушки. Забыл отключить ВК, ребят. Забыл. Так. Может построить пару гаубиц? Братчики, дайте нам мушкеты. Уж больно руки чешутся. Поблагодарить татар за все. Мы им... попались во время последнего похода у Очакова, наши чайки захватили. Хоть и бились мы отважно, не жалея головы своей, а все же басурмане проклятые взяли часть из нас живыми. Я уж и бежать пробовал было, да поймали меня, вот глаза лишился. Ну ничего, с одним глазом десятка татар стоило. Так, новые войска мне, неплохо. Пойдем дальше. Так, пушки.
по сути, хватит четырех, наверное, пушек. В турецких лавках мы нашли множество ценных товаров, тончайшие шелка, плотнейшее сукно и искуснейшие украшенные персидские ковры. Замечательно. Так, где-нибудь еще что-нибудь есть? Обыщите город. Вот еще, ребят. Вот. Видимо, последнее. Пусть стреляют. Ой, как хорошо с одного выстрела. А вот если сюда. Ой, родимые вы наши. Мы уж не надеялись никого ярмо поганое скинуть никогда, конечно же. Неужели остались еще люди на родной земле? Уж столько тут невольников. Ну, все, наверное. Я не понял. Все еще висит, обыщите город. Возможно, вот здесь, вот, да, ребята, там темное пятно. Так. Но так я не вижу, чтобы где-то было еще. А, вот, нет, нет, нет. Вот, ребята. Там вряд ли, конечно. Давайте-ка мы их перебьем, нет? Не пойдут они на нас в атаку? Бух. Обстреливаем область. Вот это. Пусть стреляют. Пусть стреляют потихоньку, тем временем мои войска. Тем временем мои войска. Давайте-ка мы вот сюда пройдем, чтобы опять уничтожить эту строящихся людей в казарме. Безобразников этих. Тут корабли, кстати, еще стоят мои транспортные, да? Вот. Уничтожают, замечательно. Уничтожают и замечательно. Хотя я думаю, что с ними я справился бы без каких-либо вообще проблем. Ну ладно. Так, у нас, кстати, заканчивается золото, и наши наемники вот-вот убегут. Давайте. Давайте-ка вот этих вот уничтожим ребяток, да? В турецких лавках вы нашли множество ценных товаров, ароматные пряности, странно пахнущие коричневые зерна, невиданные фрукты и сладчайшие восточные лакомства. Все, мы перевернули всю Кафу, вверх дном, всех невольников освободили, нет ни одного погреба или темницы, где бы не побывали. Все ценное собрали и погрузили, чтобы свести на корабли. Пора взяться за цитадель, там все знатные татары со своими сокровищами спрятались. Ишь, черси притаились, думаю, что мы о них забыли. Нет, ребят, я помню о них, не забыли. Дались мне все пушки, какие только есть, да? Цитадель, я думаю, сейчас у нас вообще не возникнет никаких проблем. Вот. Вот так вот. Никаких проблем. Вперед. В атаку. Что за чертовщина? Где бей мурзы? Где паши? Куда все подевались? Тащите сюда пленников. Пощади неверный, не давай меня своим псам. За это я раскрою великую тайну. Из крепости есть тайный ход подземный.
Мурзы взяли драгоценности и ушли. Ход ведет в маленькую бухту на юге. Сейчас они уже верно собрались на поверхность и уйдут в горы прочь от Кафе. Вот они. И как теперь быть? Как нам их догнать? Быстренько. А успею ли я? Давайте один отряд из 30 ю. Вот судой. А, там нет, там не мое. Да, давайте быстрее. Смогу ли я успеть? Вот в чем вопрос. Они остановились, молодчики. Это молодцы. Схватить беглецов. Они остановились как будто бы специально. И сейчас они будут получать бомб. Давайте. Расстреливаем. Так, вы... Перехватили беглецов, в ваши руки попала кавская казна и украшение татарской знати. Как поступить с пленниками? Да. Вопрос. Давайте убейте их. Все, пора торопиться. Татары из соседних городов недалеко. Осталось разорить Кафу, сожгите или разграбьте артиллерийским огнем все здания города. Оставьте одни крепостные стены, не плавать турецким каторгам. По морю черному. Не топтать татарским башмакам земли христианские. Не стрелять татарину из луку по казакам отважным. Так, вот теперь вот надо уничтожить все здания. Это нонсенс. Ребят, надо было, может быть, тогда плен взять. Там бы были пушки какие-то. Потому что это печалька, уничтожать все здания. А чтоб черти бороды повыдирали, татары уже тут, вон на стены карабкаются. Сейчас ворота откроют, нужно торопиться. Да ну что ж ты будешь делать, действительно. Будем торопиться. Захватываем вот это вот зданице. По-моему, мне хамон пришел. Надо было в плен брать. Так. Защищайте освобожденных невольников на их пути к транспортам. Ага. Вот вы и разорили крупнейший и богатейший крымский город Кафу. Город, являющийся самым крупным невольничьим рынком. Все те проклятия, которые несчастные пленники налагали на османов, все те беды, что призывали невольники на головы татарские, все в один момент обрушились на город. Вы камни на камне не оставили от проклятого логова. Теперь с богатой добычей, спасенными христианами, вы идете домой. Победили, в принципе, несложная миссия была даже на невозможном уровне сложности, ребята. То есть, как бы, несложная, очень несложная. Надо было просто пробежаться, всех расстрелять, сердюки с этим справились на ура. Ну что ж, ребята, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока-пока.